В городском парке 18 сентября пройдет экскурсия «Зеленый Магадан. История городского парка». Туристский информационный центр предлагает взглянуть по-новому на зеленое сердце города. Вместе со специалистом в сфере озеленения экскурсанты отправятся на прогулку, где прикоснутся к уникальной истории возникновения и развития старейшего парка в регионе. Помимо истории парка, который насчитывает 85 лет в парке в этом году, парку юбилей, они узнают о том, что было в парке, как было принято решение о его постройке, но и уникальным будет являться то, что гид, являющийся специалистом по озеленению, расскажет о зеленых объектах, да, то есть о природных объектах, которые находятся. Да. Помимо какой-то части, там, когда тебе рассказывают, люди смогут поиграть в городки, да, то есть найти какие-то объекты, то есть... Такого нету, да, то есть, и поэтому она вызывает живой интерес, то есть там большое количество активности. Интерактивная пешеходная экскурсия по городскому парку начнется 18 сентября в 12:00. В ней могут принять участие совершеннолетние колымчане. Узнать стоимость и зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте visitkolyma.ru. Предварительная запись обязательна.